Всем привет, ребята, с вами я, Шаурмурка Геймс. Давно я не снимала ни одного видоса, и сегодня я сниму такой коротенький видосик. Как изменился мой инвентарь и скинчик. Ну что, погнали. Вот, это мои все питомцы. Это мне подарила подписчица. Легендарного петика, вот такой он легендарный. Яйко вот такое мифическое. Блин, лошадочка. И самое ценное тут это флайрай черепаха. Вот почему так долго не выходили видосы, потому что я пыталась добиться вот этой черепашечки прекрасной. Так, дальше у нас киви, дальше какой-то, не знаю, черный, какой-то, какая-то рыбка, короче, крот и мегарейд кошка, о май гад, да, и четыре, блин, крокет яйко. Дальше шляпочки и там одежда, короче, вот, можете посмотреть, поставить на паузу и посмотреть. Так, вот такая у меня одеждочка. Да, это все. Дальше коляски, у меня их очень мало, но они вот такие вот. Так, дальше еда. Вот так, да. Транспорты. Вот. Красота. Игрушечки. У меня их тоже не очень много. Угу. Подарочки тоже не очень много. Крыльев у меня вообще нету, наклейки, про них вообще ничего не говорю, говно какое-то. И дальше мой скин, о, вот так вот он выглядит, да. Когда я снимала, наверное, у меня был вот такой, или, блин, даже не помню, вот такой, может, не знал. Ой, не понял. Понятно. Аватар, так. Этот, ой, не-не-не. О, не. Я ставлю вот этот. А что с ним? Ребятусечки, что с моим скиночком? Твой, я это всегда использую. И башку надо выбрать. Давайте возьмем вот такую вот. Да, у меня и такая была. Да. Так, это мы удаляем, это мы сохраняем. Да-да-да-да-да. И как изменился мой домик. О, кстати, тут подарочек. Так, сколько баксов? 10 баксов. Идите вы нафиг. Так, тут вот такая касочка мелкая. Тут... Там, где это большая-большая радуга, тут можно положить спать нашего питомца. Так, не поняла. А чё? А во. Работает всё. Так, дальше вот тут вот огромная кормилица. Кормилица, блин. Тут ванночки и всё такое. Тут пианино. Да.
Дальше там, походу, ничего не строила. И там вот тут вот такая. Ну, к входу такая фигня. Да, ребята. Мой дом вообще охрененно изменился. Вы можете посмотреть последнее мое видео, которое выходило. Не знаю, как оно называется. Но оно было с каким-то другим домиком. Да, ребята. Так, наша кошечка хочет жрать. Покормим ее и закончим этот видосик. Я думаю, этот видосик вам понравился. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была я, Шаурмурка Геймс, и всем пока!